Вячеслав Потапенко, руководитель центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований. С нами на связи. Приветствуем вас, Вячеслав, в нашем эфире. Здравствуйте. 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 Будем спокойно разбираться. Я просто, да, кого-то пугает этот термин. На самом деле действительно правильное решение со стороны Украины. Я просто напомню, военная комендатура, да, вот просто э, детально почитаем, что это означает. Орган, который действует в определенном регионе, отвечает за около военные моменты. На самом деле очень важно. Как правило, сфера деятельности распространяется на взаимодействие с местными органами власти, обеспечение безопасности на важных объектах и так далее. Я также напомню, что говорил главком Сырский, когда он объявил о создании комендатуры для обеспечения порядка и первоочередных, что очень важно, потребности гражданских на подконтрольной части Курской области. Тогда же Владимир Зеленский президент Украины уточнил, что создается она в освобожденном городе Суджа. Так, правильно мы понимаем, что все-таки ключевая страна, которая осуществляет контроль на той или иной территории другого государства, отвечает за все, что на ней происходит. Поэтому логично было вот как раз и создание военной комендатуры на территории в Курской области. Ну, насколько я понимаю, после того, как прошло время с начала операции на территории Курской области, это уже не неделя, это больше, и возникло просто в этих населенных пунктах ряд проблем, связанных с обеспечением жизни мирных жителей. Прежде всего это жилищно-хозяйственные нужды. Ну, в конце концов, люди рождаются, умирают. То есть происходит какое-то перемещение, нужно обеспечивать электроэнергию, поставки продуктов. Нарушена же логистика, поставки происходили с северо-востока, со стороны России. Территория скажем так, не очень заселенная, с лесами не очень много дорог и так далее. А теперь это все идет, ну, эти поставки идут с украинской стороны. Соответственно, этим всем кто-то должен э, распоряжаться. Плюс, э, э, так сказать, безопасность, чтобы не грабили людей, не, не разграбливали магазины, там не, не, не было насилия и так далее, просто среди мирных жителей, потому что мы же понимаем, что во время таких мероприятий происходит, могут происходить разные события. Ну, вот для этого организовывается система администрирования, поскольку она находится в зоне военных действий, это делают военные. Вот. Ну, она носит название комендатура по старой традиции, которая там как бы идет со времен, скажем, Второй мировой войны. Возможно, с брейдингом можно поработать, чтобы это выглядело немножко более современно. Основной задачей военной комендатуры в Курской области станет координация подразделений вооруженных сил Украины, которые там находятся, обеспечение правопорядка, гуманитарных миссий, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубенца. Также комендатура будет оказывать гуманитарную помощь местному населению. Посмотрим отрывок заявления Лубенца. В реализации своего права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН Украина имеет право не только защищаться, но и должна придерживаться всех международных конвенций и требований международного гуманитарного права. Поэтому наши военные в целях самообороны сформировали буферную зону на территории Курской области. Совместно со всеми участниками совещания обсуждали гарантии безопасности на этой территории. На совещании обсудили вопросы доступа представителей Международного комитета Комитета Красного Креста, ООН и других беспристрастных международных организаций в осуществлении гуманитарных мероприятий. Дмитрий Лубенец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Вячеслав, прошу сосредоточиться на вот отрывке из заявления Дмитрия Лубенца, где он говорит о возможном присутствии международных наблюдателей, представителей международных организаций в Курской области России. Как вы считаете, насколько это важно, насколько важно для нас, для Украины присутствие там этих людей? Ну, я думаю, что это будет носить такой стабилизационный характер в информационной сфере, потому что Понятно, что российская сторона официальные средства массовой информации как бы будут рассказывать нечто одно. Украинские блогеры и тем более официальные власти другое. А международные организации могут давать информацию, которая будет, может доверять местное население прежде всего. Смысл же в том, чтобы местное население чувствовало себя в относительной безопасности и обеспечивались их основные права и нужды. И в данной ситуации очень важно, в том числе и психологическое состояние, то есть, чтобы люди понимали, что, в общем-то, не стоит цель создать для них проблемы, а те проблемы, которые возникают, они связанные с боевыми действиями. И тут роль международных организаций, она такая абсолютно стабилизирующая, уравновешивающая, нейтральная, ну, ну, этой информации можно доверять, плюс гуманитарная помощь, которую они могут предоставить, медицинская помощь и так далее. Вот. Ну, более того, скажем, такая практика была на деоккупированных территориях Херсонской области, куда заходили международные организации, оказывали помощь местному населению, которое пострадала в результате боевых действий, когда прошел фронт, и так далее. Поэтому ну, здесь это как бы обычная практика этой войны, и здесь ну нету нету никакой э, такой, э, никакого подвоха. И ну, я считаю, что это позитивный, позитивный э, фактор. Так, давайте также напомню, что военную комендатуру Суджи э, как раз возглавил генерал-майор Эдуард Маскалев. Э, в определенном смысле, да, впервые все-таки уже вошел в историю, поскольку стал вот этим комендантом, который представляет украинскую власть на российской э, территории. Понятное дело, что кто-то должен был это возглавить, и понятное дело, что кто-то должен действительно, ну, скажем так, контролировать все процессы, которые э, происходят. Очень много информации о Москалеве. да. Действительно, вот даже BBC News тут пишет, Украина, со ссылкой на определенные свои источники, говорит, что в Генштабе ныне шутят, что поводом могла стать фамилия. Я думаю, что не только фамилия, вся суть до речи. Но, судя по всему, я, насколько понимаю, генерал теперь будет отвечать за вопросы, напрямую связанные с военными действиями. Ну... Сложно сказать, за какие реально вопросы он будет отвечать, но его функция, которая обсуждается, это прежде всего администрирование территории. То есть я, ну, я так понимаю, что военная комендатура по отношению к местному населению будет выполнять функцию вот, вот этих военных військовых администраций населенных пунктов, которые есть на декупированных территориях Украины, тех, которые находятся в зоне боевых действий и так далее. Функционал здесь подобный. То есть, ну, это как бы отдельное исследование. Кому интересно, у нас на сайте института есть, можно почитать на украинском языке или перевести, сейчас это несложно. Вот как это все в реальности работает, организация, ну вот мы изучали Харьковскую и Херсонскую область, да, оккупировано, как это все работает, как взаимодействует. Так, ну там прежде всего возникает масса бытовых проблем, финансовых проблем, организационных проблем, транспорт, связь и так далее. И, ну, я думаю, что он, он вынужден этим будет заниматься. Вот это не непростая деятельность. но как бы смысл работы офицера в том, что ему ставят задачи, он должен уметь решать любые организационные вопросы, в том числе и с мирным населением. Вот. То, что понимаете, как бы все эти вопросы они возникают от чего? А, ну, это же все э, российская власть назвала спецоперацией, оно так выглядело, что это некая колониальная война, где-то вдалеке она не касается, вообще говоря, россиян, ну, разве что через телевизор или через тех людей, которые э, решили поехать повоевать за деньги. А сейчас, ну, оно приобрело такой характер, что война дело случая, то есть, ну, происходило на территории Украины, сейчас происходит на территории Российской Федерации. Фронт движется, еще неизвестно, куда он и как будет двигаться дальше. И, ну, скажем, мы в Киеве живем в этой ситуации уже больше двух с половиной лет. Ну, сейчас россияне тоже как бы включились в этот процесс. Ну, война, она на той война. То есть, когда нет возможности решить вопросы понимания силы и средств, да, и взаимодействия противоборствующих сторон без э, проверки это на практике путем силы. Ну вот происходит проверка на практике путем силы, а здесь может быть такая ситуация, что и, и одна сторона, и вторая может быть э, под воздействием и занята силами противника и попасть под обстрел. Вот. Ну и, скажем, вот это страшное слово «комендатура», которое все обсуждают, ну это просто военное администрирование территории, оно, ну, оно всегда происходит и оно здесь происходит. Но когда руководство Российской Федерации начинало э, военные действия, оно должно было отдавать себе отчет, что такие последствия тоже могут возникнуть как вариант. Ну вот, и они возникли. И, и, и все и, ну, это нормально война на но то война, что никто не знает э, ее итога есть куча прогнозов, которые обычно не исполняются, куча предположений, а потом происходит что-то внезапное и, и чаще оно происходит тоже как не ожидали. То есть война это как бы длительная подготовка, это героизм, но при этом это где-то и воля случая. Вот. Ну вот, более случая, часть российских территорий находятся под административным контролем украинских войск. Ну, пока будут жить так, дальше, дальше жизнь покажет, как будет развиваться ситуация. Вячеслав, понятное дело, что только военные да, могут нам ответить на вопрос, надолго ли да, эти процессы, которые ныне уже да, проходят и продолжаются в Курской области и насколько это может затянуться если мы говорим о создании военной комендатуры это априори означает что эта история надолго или тоже не факт ну оно уже долго ну то есть это уже не рейд это уже не операция это уже то есть сам ну почему этот факт обсуждается это говорит о том что это уже надолго знаете тут вот как в туризме. То есть люди выходят, одна ночевка, надо поставить палатку, все равно выбирают место, где ее не затопят. Если вдруг пойдет дождь, надо ее обкопать, надо там поставить колышки, надо выбрать направление входа Надо... Ну, то есть все равно подготовка делается, независимо от того, ты будешь жить две недели в палатке или одну ночь, все равно она ставится одинаково. Ну, также и с военным администрированием местное население. Я ну, повторюсь, что люди хотят есть, пить, им нужна электроэнергия, у них может поломаться канализация, либо ее надо вывозить. У них, у них кто-то кого-то убил, кто-то кого-то побил, кто-то родился, кто-то умер. Все эти вещи, ну, они в современном мире просто громадой общиной не решаются. Нужно определенное государственное вмешательство, необходимо определенные документы и так далее. И вот, вот это, скажем, организационно-документальное Составляющая ну, как бы реализуют украинские войска. Насколько долго этого не знают ни наши военные, ни российские военные. В том-то и смысл войны, что идет вооруженное противостояние ума, хитрости, удачи, силы. И в результате этих ну, факторов происходят какие-то рисунки на карте, а какие-то люди оказываются без дома, а какие-то люди оказываются героями и с наградами. Ну, то есть так сказать, колесо судьбы крутится сильно быстрее. Вот. В целом, ну я, ну, я не вижу в этом э, никакой проблемы, кроме психологической проблемы для россиян, которые считали, что это их никогда не коснется. Ну, то есть они всегда считали, что войны идут где-то или на Кавказе, или на территории Украины, или в какой-то Молдове, или в Таджикистане, или в Азербайджане, но никак не в России. Ну, практика показывает, что бывает по-разному. Вот и все. И это чисто психологический барьер, если люди смогут принять, что территория России такая же, как и другая, тоже все неопределенно, не, не обозначено, никто их не собирается там мучить, убивать, мешать им жить, и по мере возможности будут администрировать их жизнь. Вот и все. Ну, то есть, это чисто психологический барьер некого российского величия, особенности, отличности от других. Нету никакой отличности, все все люди, все, все, все во многом похожи. Спасибо, Вячеслав, за этот комментарий. Вячеслав Потапенко, руководитель Центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований, был гостем эфира.